Больш як 20 работ стали выником пленэраў, які проходил у жніўні гэтага года на мазырской земле. На полотнах знайшли адлюстраванне пейзажа Прыпяти, заказник мазырские яры и славутости вёскі Юровичы, вядомай як место старажытнай стоянки першабытнага человека. Инициатором проекта выступил Гомельский державный мастацкий колледж. Мы поддерживали этот проект финансово, потому что некоторые затраты мы взяли на себя, финансировали этот проект. И я думаю, что все получилось просто замечательно. И большое количество людей, гомельчан и гостей нашего города могут, не побывав, допустим, в Мозыре, ну так получилось, что не могут они съездить, допустим, в Мозырь, но тем не менее посмотреть, какой же красивый наш Полесский край. Пленэр проходил на протягу тыдня. За этот час был проведен шерох майстер-классов, мини-выстав и дискуссия об тенденциях сучасного живопису. Их удельниками стали 13 авторов из Гомеля и Минска, сярод их выкладчики колледжа и члены Союза мастаку. Компанию белорусский майстрам склал и один автор с Китая, Шаусян. Его спросили, как ваше впечатление о Белоруссии? Он сказал, замечательная страна, очень люблю Беларусь. Он здесь учился, заканчивал нашу академию минскую. Но еще он замечательную фразу такую сказал, что художники – это не граждане какой-то определенной страны, это дети земли. И это правда. До речи, назва акции, объединяющей людей мастерством, як нельга лепше раскрывая мету. Поширение межрегиональных сувязей, обмен опытом у галине профессийного выявленшего мастерства и его популяризация. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».